В районном доме культуры в этот день собрались те, чья профессия – дарить людям праздник. Они заставляют нас плакать и смеяться, сопереживать и познавать новое, улыбаться в самый ненастный и хмурый день. Работая в будни и выходные, в любое время суток и при любой погоде, они делают нашу жизнь ярче и многогранней. Это очень интересная работа души, но сложная. То есть затраты очень... ты полностью отдаешься, без этого никак. Но когда это взаимно, это здорово. Вот. Когда получаешь ответку, но тяжело, конечно, да. Нелегкий этот труд. В холле Дома культуры для гостей были организованы многочисленные фотозоны и фуршет. Виновников торжества встречали 6 муз искусства. У каждого человека есть муза, но для работников культуры она особенно важна. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник. Самое главное действо гостей праздника, конечно же, ожидало в зале. Культура – это свет. Праздник созидания, таланта и совершенствования. На мероприятии присутствовало около 200 сотрудников из 32 учреждений культуры Ленинского района. И в этот день большинство из них были в необычной для себя роли – зрителей. Музыкальные номера и театрализованные представления чередовались с поздравлениями и награждением особо отличившихся почетными грамотами и памятными презентами. Можно перечислять все эти мероприятия, а их в голове даже не укладывается. Мы за один только год календарно на территории муниципалитета проводим более 2000. И этот праздник все делаете вы. Спасибо вам большое за ваш труд. Пожалуй, самым ожидаемым подарком стало вручение сертификатов на новые квартиры. Среди счастливчиков оказался и наш коллега, директор кинотеатра «Искра» Павел Попов. Он посвятил кинотеатру 17 лет своей жизни. Начинал киномехаником, еще будучи подростком, и постепенно дослужился до руководящей должности. Получить такую награду за свою работу, говорит Павел, особая честь. Слов нет еще. Большое всем спасибо. И неописуемое счастье просто переполняет. Но даже в этот праздничный день многие из виновников торжества были на посту, ведь, несмотря ни на что, шоу должно продолжаться. Екатерина Борисова, Евгений Садовский, Константин Брылов, Елена Кошелева. Видное ТВ.